شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Мы восхваляем Аллаха и приветствуем Его благородного посланника. Уважаемые братья и сестры, мы привыкли к тому, что всегда смотрим на других и выражаем свое мнение об их пути. Однако сегодня мы хотим, чтобы наш девиз звучал так: «Начни с себя». Если человек начинает с исправления себя, будь то в делах религии или повседневной жизни, он становится примером, и поэтому многие из людей, как ты видишь, ошибаются. Однако он говорит тебе: «Я твое отражение в зеркале, начни ты, будь позитивным». Чтобы увидеть позитивность людей, обратись к Аллаху, чтобы люди обратились к Аллаху. Начни читать Коран, и ты увидишь, как люди вокруг полюбили Коран. Ведь может они смотрят на тебя. Стань ключом к добру и замком ко злу. Если бы каждый из нас начинал с себя, то он стал бы лучше и стал бы причиной улучшения других, и не занимал бы себя недостатками людей. И да помилует Аллах того, кого собственные недостатки отвлекли от недостатков людей, и да сделает Аллах нас из постящихся и выстаивающих молитву, и да сделает Он нас из тех, кто избавлен от огня ада.